Иначе за мной придут злые пикты. Можешь сказать камням, чтоб не падали? Каменный человек сможет защитить меня от пиктов. Я его строю, но не получается. Смекалки. Клади камни ровно, выше и выше. Но они падают. Пусть тебя направляет красота природы. Думай о форме, равновесии. Ух ты! Спасибо, что показал. Да будет твердость в твоих руках и сердце. Прощай. Мама, папа, теперь я справлюсь сама. Не волнуйтесь, у меня будет целое войско каменных людей. Ты слышал, что случилось с Арчибальдом? Да, я был с этим болваном, когда он зажег огонь. Ведь говорили ему, что не стоит испытывать судьбу. Ты все видел? Расскажи, что произошло? Сказания не врут, Вилфред. Нам явился могучий пикт, что может волка разорвать голыми руками. Видел его? Сам не знаю, что именно мы увидели. Но что-то там точно есть. Арчибальд весь из себя такой смелый, поднял факел. А потом раз, и голова его падает на землю. Мы наутек. Может, хоть труп его заберем? Ха. Иди. А я ни за какое серебро не вернусь на эту проклятую гору. Either send on to Angele and hate on him send on Maran Fulton. The sinning had he fought on Angan Piotas and he swatted.
Назови себя воин. Будь по-твоему. Твоя судьба — умереть для меня. Немота прошла? К следующему вопросу. Завтра мы будем играть в лесу? Королевство Берниция и Элмет позволили мне посещать это место. Указом короля Эопы. Только исполинам хватило бы силы перенести такие столбы. Если бы им помог сам бог. Но отчего они нас защищали? Ты им велел, Боже? Это было из-за греха людей прошлого? Чтобы не впустить бесов?
чувствую что-то странное. Нужно быть осторожнее. Нужна твоя помощь.
мясо! Thank you.
тебе надо? Что это? Звоню в колокол. Thank you.
стражников. Thank you.
Погоди! Ну! Yeah!